Всем привет! Вы на моем канале. Сейчас я собираюсь на английский. И, как уже по нашей традиции, сейчас покажу, что в моем рюкзаке. Я опять пойду со своим серым рюкзаком, потому что он очень удобный. Ну, давайте начнем. В большом отделе у меня находится пенал. Второй пенал. То, что лежит в моем пенале, я уже показывала. Бутылка воды. Также тетрадка и листочки для занятий по английскому. Здесь есть маленький кармашек, сейчас покажу, что там. Там у меня лежит вот такое зеркальце. Ну и последнее, это вот здесь вот у меня такой вот спрейчик. Я не скажу, что там. Ну, в принципе, это было все наполнение моего рюкзака в большом кармане. Сейчас я покажу то, что в маленьком. В моем маленьком кармане находятся наушнички. Вы уже их видели в прошлом видео. И ключи. И этот телефон, на который я снимаю, тоже я положу сюда. Сейчас время 12:48. А занятие у меня начинается в 13:20, поэтому в 13 я уже буду выходить. Сейчас, наверное, сложу все рюкзак, оденусь, выйду и вернусь. Я уже спускаюсь в подъезде. Здесь немного такое эхо. Сейчас выйду на улицу, немного с вами поболтаю и попрощаюсь, потому что после английского снимать я уже не буду. Ну что ж, я уже на улице. Наверное, некоторые задаются вопросом, почему у меня однообразные влоги, потому что сейчас мы пока никуда не ездим, но у нас целая неделя каникул, и мы обязательно куда-то поедем. К тому же четверть я закончила на одни пятерки, поэтому мы во вторник поедем в аквапарк. Если к этому времени я успею купить себе чехол водонепроницаемый, то тогда и там я вам тоже поснимаю. Потому что там есть всего лишь две горки, но это очень интересный аквапарк. Поэтому ждите влога, как мы будем туда ехать. В принципе, от нашего поселочка ехать туда час, но все равно. Также у меня будет ночевать Катя. Ночевка будет, нам, надеюсь, разрешат поснимать. Потому что у нас родители на ночь забирают телефоны. Из-за того, что мы можем всю ночь у них просидеть. Да. Поэтому, надеюсь, мы все-таки снимем одну ночевку. Вообще, мне кажется, за эти каникулы будет много видео. И поскольку каникулы у нас только одну неделю длятся, поэтому вот на этой неделе, получается, возможно, будет не два раза видео, как я вам говорил, а намного-намного больше. Ну, потому что целый день просто пялиться в планшете, это тоже не весело. Поэтому будут влоги с прогулок, с аквапарка, с ночевок. Вообще будут классные у меня каникулы, хоть бы подольше, тогда бы я поснимала много видео. Также я хочу поскорее лето, да, там вообще 3 месяца, поэтому мы сможем с вами быть. Я не понимаю, почему у меня заговаривается язык, но, в общем, сейчас попробую сформулировать свою фразу еще раз. Летом будет целых 3 месяца каникул, поэтому я буду снимать очень много видео. Сегодня очень хороший день, хоть я иду на английский, он мне не очень нравится, честно говоря. Ну, в принципе, занятия веселые и полезные для меня. Вот. Сегодня очень хороший день, и, наверное, поэтому мне заговаривается немножечко язык. Даже когда я показывала, что в моем рюкзаке, у меня уже заговаривался язык. Ну все, наверное, на этом я закончу свое видео, потому что после английского будет просто банальный влог, как я иду обратно. Я что хотела, то сказала, поэтому сейчас буду быстро смонтирую это видео на улице, загружу и потом уже зайду. Буду заниматься. Всем пока, подписывайтесь на мой канал внизу и ставьте лайки. Пока-пока.